Во Владивостоке завершают капитальный ремонт теплотрассы на улице Громова, 12. Подрядная организация по заказу муниципального предприятия ФПС уже укрывает железобетонными крышками смонтированные лотки и уложенные в них трубы. Примерно на 80% смонтированы железобетонные лотки новые. Также в этих лотках проложена труба новая диаметром 426 мм. Все это утеплили трубу. В данный момент накрываем лоток железобетонными крышками. Подошли к точке врезки к существующей теплотрассе. Ребята монтируют крышки с последующей засыпкой щебнем. Капитальный ремонт участка теплосети проводится на улицах Громова и Приходько. Работы стали возможны благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту. В текущем году по указанному кредиту также ремонтируют участки теплотрассы на улицах Русской, Бурачика и Днепровской. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.